Привет! Это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про фестиваль собаки в городе. С собаками вход разрешен. Таков девиз фестиваля «Собаки в городе», состоявшегося 8 июня в Лиазоновском парке. Это мероприятие стало настоящим раем для собак и их владельцев, ведь на нем было интересно и тем, и тем. Лающие смогли принять участие вместе со своими хозяевами в интересных мастер-классах от профессиональных дрессировщиков, а владельцы смогли прослушать лекции от зоопсихологов, ветеринарных врачей и кинологов. Мне нравится, что идут лекции очень полезные, что есть конкурсы, в которых можно поучаствовать с собакой. Это весело, здорово. Я на самом деле впервые, но в дальнейшем бы посетила еще раз. Мероприятие проводится уже третий год. Каждый раз в обязательной программе фестиваля особое место занимает благотворительность. Посетители могут помочь приютам для бездомных животных пожертвованием, либо принеся им корм и ветеринарные препараты. Также каждый участник фестиваля может лично познакомиться с лающими, которые ищут владельцев, и стать для кого-то из них настоящим хозяином. Организатором мероприятия выступает благотворительный фонд «Трей». Представители фонда считают, что решить проблему бездомных животных можно с помощью популяризации ответственного отношения к собакам в мегаполисе. Эту задачу не поставили целью своего фестиваля «В собаке в городе». Каждый проведенный мастер-класс в рамках фестиваля призывает самых разных владельцев лающих к осознанному содержанию своих питомцев. Собаки в городе я первый раз, но вообще мы ходим на разные фестивали, на Pet Days, на Четыре Лапы и на выставку. Мы выставлялись пару раз в детстве на Евразии и на России в 17 году, в 16-м, выставлялись, да. У нас не одна собака, у нас еще шицу дома, и чихуахуа, и по 6, уже по 7 лет. Вот у нас еще большая собака в доме живет, овчарка немецкая, вот, Мера. Фестиваль собаки в городе наравне с возможностью повысить уровень знаний дает владельцам лающих еще и шанс обрести единомышленников. Причем касается это не только владельцев, но и их подопечных. Собаки в городе – это не только про ответственное отношение к собакам в мегаполисе, это в целом про счастливую и долгую жизнь вместе с питомцами в большом городе. Организаторы мероприятия пообещали, что обязательно проведут фестиваль в следующем году. А это значит, что ответственных и осознанных владельцев лающих станет еще больше. О других интересных мероприятиях, связанных с братьями нашими и меньшими, вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!